аэропорт. Лифт, переход блока И на бортовой. Есть отрывоводный пневмоколонок блока И. Есть дополнительный, есть мачта. 20-й. Есть мачта 30-й. Доклады руководителя принял первые. Вы подключены к конференции. Оставайтесь на линии. Параметры системы управления ракетоносителя в норме. 220. Полет нормальный. Время КП 14 часов 46 минут 53 секунды 478 миллисекунд. 230. Стабилизация изделия устойчивая. Нормально. 250. Там газ.
опрысканье, вращение в норме. Параметры конструкции ракетоносителя в норме. Параметры системы управления ракетоносителя в норме. Прошел гарантийный надув бака окислителя третьей ступени. Есть выключение двигателя второй ступени. Есть отделение второй ступени. 300. Есть сброс панели хвостового отсека. Стабилизация изделия устойчива. 320. Параметры конструкции ракетоносителя в норме. 330. Двигатель третьей ступени работает нормально. 340. Параметры системы управления в норме. 350. Полет нормальный. 360. Ангаж, рысканье, вращение в норме. 360. Параметры конструкции ракетоносителя в норме. 380. Двигатель третьей ступени работает нормально. 390. Параметры системы управления ракетоносителя в норме. 400. Стабилизация изделия устойчивая. 410. Полет нормальный. 420. Тангаж, рысканье, вращение в норме. 430. Двигатель третьей ступени. 420. Тангаж не работает нормально. 440. Стабилизация изделия устойчивая. 450. Полет нормальный. 460. Параметры конструкции ракетоносителя в норме. 470. Двигатель третьей ступени работает нормально. 460. Параметры системы управления в норме. 490. Стабилизация изделия устойчивая. 500. Полет нормальный. 510. Тангаж, рысканье, вращение в норме. 520. Параметры системы управления в норме.